Здравствуйте! Приветствую вас на канале «Мой сад». Погодка у нас стоит отличная. Тепло ночами, только очень сильный шквалистый ветер. Вот такое созвездие Овна распустилось. А я потихонечку пересаживаю сальвию, и возникают различные мысли в голове. А мысли эти о том, о весне. Очень хочется, чтобы этот карантин закончился где-то числа 5 мая, чтобы мы встретили очередной наш День Победы, эту годовщину прекрасную, чтобы мы смогли сходить в лес, попить березового сока, чтобы мы смогли сходить на поляны и увидеть эти первые цветы, первоцветы. Они у нас зацветают там числа 10 мая. Горецветы, подснежники. И я даже думаю, если я не смогу поехать, то я обязательно маму попрошу, и сейчас даже вот в видео, если так случится, прошу заснять мне эти горецветы на поляне. Потому что, как в том паровозике из Ромашково, если мы, да, это не увидим, то мы опоздаем на всю весну. Поэтому очень хочется, чтобы через месяц все наши граждане всего мира были здоровы, счастливы, чтобы у всех закончился карантин, у всех была возможность свободы, выход и выезд на природу, и чтобы мы все встретили весну. Спасибо большое блогерам с южных регионов, которые присылают свои нарциссы, тюльпаны, первоцветы, мускарики, гиацинты, их цветения. Мы с большой радостью смотрим эти видео и наслаждаемся красотой природы. А мы вам лишь немногое можем показать из своей теплицы. У нас сезон вообще начинается в мае месяц, в середине, в конце мая. Высадка идет в конце мая, в начале июня. И тюльпаны наши зацветут еще не скоро. Сейчас вам их все равно пойду и покажу. Вот так показываются из земли незабудки только. Вот можете сравнить, как все-таки у нас в условиях Западной Сибири, как природа только сейчас начинает просыпаться. Вот такие тюльпанчики показались. Еще будет и снег на эти тюльпанчики. И они вот так у нас стойко преодолеют все трудности, все невзгоды. И будут цвести и радовать нас в мае месяце, в середине мая, до середины июня. А вот такая елочка нас радует. Она была маленькая-маленькая, сантиметров 30. А теперь она, да, Степа, высокая. Какая высокая елочка? Покажи. Вот такая высокая, да? Высокая стала. Вот, и скоро она проснется. И будут почки дальше у нее расти. И она уже мне по плечо. В том году была по пояс. Сейчас уже по плечо. И, конечно, она перерастет меня в этом сезоне. Вот так поделилась с вами немножко своими мыслями. То, что творится в душе и чего хочется сейчас в эти дни карантина. А вам желаю всего самого наилучшего и до встречи на канале «Мой сад».